А ты еще не пробовал поиграть в Lords Mobile? Признана лучшей игрой года во многих странах, лучшей соревновательной игрой по версии Google Play. Окунись в мир сражений и почувствуй вкус крови своих врагов. Ссылка в описании. Бесплатно и без СМС. Итак, приветствую вас, друзья, меня зовут Саша, вы на канале Князь ТВ, и я вам скажу честно, вот даже совсем врать не буду, сегодня я хотел записать четкий такой, рассудительный, серьезный, адекватный роллинг, без всяких вот этих вот этих, знаете, да, но моей мечте было не суждено, не судьба сбыться, а все почему? Потому что мы ролить будем сегодня на аккаунте игрока под ником Мистер Айробот, и кто-то данного игрока может помнить с некоторых моих стримов. И как вы знаете, те, кто смотрит мои стримы, данному игроку мы все время выбиваем не легендарных героев, а сначала мы пытались выбить 20 ангелов, а сегодня будем пытаться выбить 20 палачей. Он меня взял и просто попросил, написал, короче, есть 30 тысяч самоцветов, не хочешь выбить мне 20 палачей? Вот. Я ему как бы говорю, каких героев там, ну, легендарных нет, он говорит, выбей мне 20 палачей. Так что сегодня будем на расслабушке выбивать 20 палачей на 30 тысяч роллингов. И, кстати, у игрока MyRobot сегодня день рождения, с чем вы его можете поздравить. Также я поздравляю iRobot с днем рождения, побольше тебе палачей и счастья в реальной жизни. Вот, а давайте глянем гильдию, чё не посмотреть-то гильдию. Гильдия у нас под названием каким? Вот сейчас найду гильдию и скажу вам, под каким она названием. Вот честно сказать, ни хрена не вижу. Ни хрена не вижу, где гильдия? О, а он еще и без гильдии. Вышел после битвы гильдии. Интересненько. Ну чё, погнали ролить. На самом деле на аккаунте есть почти все герои, но ему нужны именно палачи. Так что давайте, ребятки, считаем, сколько мы палачей выбьем. Так, алхимик, херня, давай палача, наемный убийца. О, палач один есть. Давай еще. Влад Дракула. Но это ху... Это плохой герой. Второй палач нам выпал. Уже два палача. Давай-ка еще. Ну-ка, королева змей, херня. Палач третий, отлично. Давай еще. Четвертый палач. Слушай, да мы сегодня выбьем много палачей. Но если, конечно, говно в виде горгула падать не будет. Так, оборотень, циклоп. Палач, пятый палач. Так, шаман. Ну-ка, дай нам палачей еще. Нет, слушай, не дает палачей. Ну-ка, королева змей. Наемный убийца, да говно, драк. Какая-то херня выпадает. Так, ну-ка, шестой палач, давай еще, еще палачей, химера, да ну нахрен, вот у нас палач, седьмой, счастливый, так, восьмой палач, так, говно выпало опять, где палач, девятый палач, или это восьмой палач был, восьмой палач, ну-ка, давай еще палача, так, нету, тритон, так, ну где палачи, елки-палки? О, вот сейчас девятый палач. Че, выбьем 20 палачей? Так, опять эта легендарная шваль падает. Ну-ка, нету. Давай, палач, приди. Ну где палачи, елки-палки? Палачи. Просто пипец. Давай нам десятого палача. Слушай, вот не падают? Не хотят падать. Ну-ка, поколдуем, ребятки. Нужны палачи. Зачем они ему нужны, я честно вам скажу, не знаю. Но нужны палачи. Так. Давай десятого палача. Опять какое-то легендарное говно падает. Снова легендарное говно падает. Так. Палач. Палач, ты где? Бля, опять, ну князь тыква, нахрен ты нужен? Мы палача ищем. О, десятый палач, пацаны, к успеху идем. Так, королева змей. Тритон. Укротитель, ну что ты, где палач? О, одиннадцатый палач. Ну-ка, давай еще. Шаман. Так, все. Места закончились на складе. Ну-ка, мы быстренько тут кого-нибудь подкачаем. Так, улучшить навык. Так, предметы. Оп. Оп. Вот так вот. Вот так вот. Вот так вот. Использовать. Да. Еще использовать. Так, уже тут на этом аккаунте 25 палачей накопилось. Так, слушай, он тут, походу, все... Ой, не, ты чё, мы ж тут выбивали палачей, я их чуть не слил, прикиньте. Ужас-то какой.
Ужас, ужас, ребятки. Да, не получится у нас сегодня рассудительного, нормального, адекватного роллинга. Ищем палачей. Вот, 12-й палач. Давай еще. Фараон какой-то. Давай, где палач? Ну-ка. Шаманы всякие. Во. Это 12-й или 13-й палач? Ну, вы напишите в комментариях, если я сбился со счета. Короче, 14-й палач. 15-й палач. Ну, давай еще. Давай еще палача. Давай! О, 15-й палач. Фигня. Фигня. Бульдозер. Где палач? О, 16-й палач. Осталось совсем мало самоцветов, а нам еще 4 палача нужно выбить. О, 17-й палач. Все, 17 палачей только выбили. Вот такой вот роллинг, друзья. Вот такой вот роллинг. Сколько у нас тут теперь палачей у него накопилось. Герои. 32 палача на этом аккаунте. Достаточно крутой аккаунт, я вам скажу, ребятки. Если уж на нем 32 палача. А на этом все. Я вам пожелаю огромнейшей удачи. Извините меня за этот роллинг, но... Слова хозяина аккаунта для меня закон. Сказал ролить палачей, буду ролить палачей. Сказал ролить ангелов, буду ролить ангелов. Спасибо, что смотрели. Всем пока и удачи. А, и не забудьте поставить лайк, ну что ли, ну, за палача. Или не за палача. Ну, хоть за кого-то, а. Вот за 4 утра, в который пишется этот видос. Поставьте лайк. Не, ну так, конечно, вообще не очень так выпрашивается. Лайки. Плохой Сашка. Фуй-фуй-фуй-фуй-фуй. Лайка дрочер. Фуй-фуй-фуй-фуй-фуй-фуй-фуй.